Давай, давай. Ребята, всем привет! Снова охотничье приключение. Вот мы с Лешей вдвоем приехали на Гомельщину. Походится на гусей. А тут вот такая вот зима, прям настоящая. Ехали, было минус 7 местами. По всей Беларуси практически выпал снег, только у нас на юге там уже выпал и сразу растаял. Ну, не без приключений. Сначала колесо пробилось, потом патрубок порвался, натошел. Потом гаишники оштрафовали. Короче, пока что только утро, а уже у нас движух вообще разных. Нашли уже в двух местах гусей, будем сейчас думать. Главное, чтобы снег за день растаял. Ну, все вы увидите, как что мы решим. Жаль, у меня нету камеры. Нормальная, она сломалась. Пока в ремонте. Вот поле тут сразу за деревней. Ну, где-то 1000-1500, наверное, здесь есть гусей. С другой стороны деревни тоже. Сейчас будем искать. В легкую. Вот ребятки расположились. Спереди на поле гуси. Вот там вот. Вот там вот сидят. Где-то метров 400-500. Вот тут сразу заходят стая. Короче, сидим с Лешей, наблюдаем. Выстраиваем стратегию на завтрашнюю охоту. Уже там рассчитываем, как будем брать. Ну, посидим, короче, до темноты. А там пойдем смотреть, как маскироваться. Ну, гусей сгонять нельзя. Запомните, гусей с поля сгонять нельзя. Потому что, если вы сгоняете гуся, вот вы загнали его, он здесь сидит, кормится. Вы его согнали, он на соседнее перелетел, сел, начал там кормиться, и он завтра, когда вы будете охотиться, не полетит к вам, он полетит на то поле, на которое он перелетел. Поэтому гусей сгонять нельзя. Надо ждать темноты, чтобы гуси либо сами улетели, либо вы их ночью согнали, ну, так молча, без разговоров, мало ли там лось идет. Короче, гусей сгонять. Но эти гуси не зашли сюда. Заходят, заходят. Сейчас посмотрим. О, короче, мы наблюдаем, только вот 6 часов начинается вечерний лед. Будем сидеть, наблюдать. Костерчик распалим, посидим. Еще у нас 2 дня охоты впереди. Мы 2 взяли на завтра. У нас завтра пятница. На завтра охот-тур взяли. Потому что пятница тут не охотничий день. А на субботу взяли путевку. Короче, будем брать гуся. Надеюсь, что-то получится у нас. Ну, вы все увидите. И не забудьте, пожалуйста, подписаться. Потому что 90% постоянных зрителей смотрят меня без подписки. А это очень... Ну, подпишитесь, помогите каналу хоть как-то. Сидим мы с Лешей, греемся у костра и ждем, пока улетят гуси. Они... Сказать, у камина, да? У камина, да. Ну, почти что. Вот кто-то сушит носки. Кто-то просто. Такая слякоть вообще невозможно. Ну, ждем. Вот уже начали они так погромче разговаривать, растянулись тут на полполя, так вот широко-широко сидят. Ну, о, будем... Всё. Не, вот мне кажется, еще минут 15 они полетят. Ну и главное самое это замаскироваться. Сейчас пойдем и будем смотреть. Мы тут стратегию, тактику сидим, вырабатываем, но все равно оно все будет понятно только когда придешь на место и там. Вот, ребята, чем закончилось. Наша постройка скоротка. Леха сушит свои носки. По колено шухнул в грязь. Ну там. Двумя ногами сразу. Ну, там у грязюка вообще капец, блин. Реально, все поле в грязи, кукуруза распаханная, и снег вот растаял сегодня, блин, все, жопа. Посмотрим, как там завтра будет. Thank you.
Блин. Два гуменника сбил и одного белолобого. Уже, блин, все патроны расстрелял. А потом гумеши тоже классно налетели. И один, не, три или четыре. Да только один патрон остался. И я туда. Смотри, заходим. Надо со старта заходить. Чуть далековато. Да, да чё? Ты чё, Лёха? Не? Далеко, конечно. Ну ты дуплился, да, где дуплился? Я тоже хочу. Далеко. А думаешь, ещё раз нашли вы? 100% нашли. Блин, ну второго умешает его подранка. Блин. Надо добавлять. Да я ж не думал, он, блин, падал, понимаешь. Чтоб я знал, что так получится. Будем бить, давай. Я его первым поразил. Красавчик. С поля. Первый гусь в этом сезоне, можно сказать. Да хай лежит, блин. Да? Конечно. Попал хорошо? Нет. Только по прямому тоже залетает хорошо. Сдалека и не высоко. Вот двойка слева, я думаю, можно и налетит на нас. Высоковато, он справа что-то, блядь, мне кажется, низко. Одиночка вообще низко. Угу. Надо попробовать. Он сейчас может стая налетит. Вот слева. Что, давай одиночку тут бить. Я право, ты лево. Ай, я своего сбил. Я своего потянул. Падал, но нога висит. Не, готов. Сбил. О, этого надо было бить, смотри. Подожди, не стреляй, мы же на круте. Гумяш. Где там он упал? Где-то упал там, на горке. Я вообще в никуда выстрелил. Надо было нам собрать этих гусей, потому что мне кажется, что можно они их пугают. Ну давай, собери, а я уже... подмаскируюсь. Вон этот одиночка все. Вот он, одиночка справа, да? Такой, интересный. Бля, неудобно заходить. Нормально, ты сейчас. Давай. Хорош.
Тише, тише, второй заходит. Мне можно уже было не стрелять. Ну, притормозил. Пара нашла хорошо. Ух, ё-моё. Умельники вот эти вот, 5 штук. Где? О, посередине. Вот где? Да-да. Сейчас двойка, там вот уже заходи. Все, двойка это заходит. Где, слева, справа? Во, потом внизу, во, прямо над пчелами. Ага. Троечка это? Двоечку пропускаем, троечку? Да, давай. О, не, блядь, только вот тут. Рано, это умельники. Давай. Где? Попал вот тому гуменнику нижнему, 100%. Что, только один выпал? Все, сейчас уже, блин. Наверное, да. Я в одного попал. Блин, так а мы в одного целились. Да? Да. Падает, все, падает того, которого я бил. Ага, этот готовый. Так, на вот этих двух. Не, ну нормально. Нормально, два выбили. Два гумеша. Гумеша, да. Красава. Что-то вот сетка через сетку, короче, стрелял потом уже. Надо было, может быть, да. Там спереди низко что-то летят. Ой, гусь поднялся, чтобы не улетел у меня. Хотя нет, если подвернуть. Высоковато. Не, нормально, нормально. Высоковато? Раздал, стрелял. Я вот здесь, блядь. Тихо, ты не стреляй уже так, еб. С первого еще попал. Красавчик ты стрелял. Я тоже, кстати, в него целился. Но я промазал. Слышишь? Надо пойти забрать того и этого. Бери ружье с собой. Да. Рано ты начал стрелять, Леха, он бы еще подлетел. Молодец. Молодец. Троху надо было еще напустить. Надзор, да? Ты знаешь, куда идти? Белолобик хороший. Так, ну вот, ребята, утряночка. Вот наш скородок, решили сделать скородок, но тут жижа, короче, такая жижа, что невозможно. Поэтому даже из, ну, лежачей можно там где-то наверху было выбрать что-то, положить. Но решили сделать тут скородок, тут небольшая такая травка. Гуси тут сидели, ну, сбили где-то с десяток пока. Ну, что-то начали гуси чего-то бояться, тут бутылок много было навалено. Вот там еще лежит, немножко подубрали, сейчас посмотрим. Поменяется что-то или нет. Ну, уже охота, можно сказать, удалась. Постреляли. Стрельба немножко подвела. Как бы сделали не скородок низковатый. Надо было чуть повыше, и не очень удобно с него стрелять. Ну, уже как есть. Гусей сбили, еще два подранка надо поискать. Сейчас буду бить.
промазал с первого, а потом патрон заклинил. Ладно. Блин, а чего осечка-то? Чего осечка-то? Блин, как так-то? А, не дослал патрон. Блин, да что ж такое-то, а? Точно, не дослал патрона. Хорошо налетели. Я подумал, что это гумя, что это белолопно. Вообще. Вот я чем люблю с Лёхой охотиться, он в скрадок без гуся не возвращается. Красавчик с полем. Снял его с первого выстрела, попал. Потом добивал, да? Добивал. Я левого, ты правого. Да, да, да. Классика. Вот, посмотрим. Блядь, четвёрка. Я, наверное, буду. Давай, ты правых и левых. Далековато. Больше, подожди, подожди, ждем, 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 ждем. Бьем. Я сбил. Я тоже. Не стреляй, не стреляй. Четко. Это большие гуси были, тоже такие матросы, видно. С полем, красавчик. Еще чуть-чуть. Ну, в принципе, можно бить, да? Да. Добавил. Уже можно не добавлять, если бы было. Ну мало ли. Давай. Наверняка. Вот это вот хорошо, да? Блин. Попал? Блин, блин, блин. Супер, почему? Попал же его. Попал, ну попал, вроде. Попал. Я даже слышал, как его. Не тормозит он? Да. Не хочет умирать. Не дергайся. Да не, нормально. Надо только напустить красивенько. Давай. Говорит, бей. И еще сам стреляет. Ну, я добавил. Для красоты выстрелил. Не наш кровь. Слишком легкий. Да ё-моё. Падай, падай. Падает, блядь, как криво оно пошло. Я, блядь, просто это. Я не зарядился. Я думал, что я не падаю. Блин. О, падает. Пошел у нас. Да, уже не машет вообще. Че и селка? Ну я пойду его добирать потом. Это. Все, двадцатка. С полем. Все. Великолепная охота. Я отлично. Знаю. Супер, супер, супер. Ну, вот такая кучка гусей. 20 штук. Добыли на двоих. Охота супер. Вот еще одного надо забрать с последнего налета. Еще можно полтора часа охотиться, но уже решили, все, хватит пока. Еще как бы на завтра путевку взяли. Может, на вечерку придем, чуть-чуть постоим по темноте. Ну и этих надо обработать, поскубать, посмолить, короче. Много. Да. Ну тот еще ты его не считай, вдруг он еще улетит. Все, будем сейчас собираться и выдвигаться. Еле доволок гусей. О, там, блин, так тяжело идти. Вырузаешь почти по... Ну, сантиметров 20 вырузаешь, короче. Вон Леха еще сунется. Тут как бы и не особо так далеко идти, может, метров 400. Может, чуть больше. Ну, где-то полкилометра. Но, блин, так тяжело. Пойду еще гуся доберу. Там один с последнего налета сел. Вот добрал. Добрал гусика. 20-й. Ну и два подранка не нашли. С
получается. Одного еще по темному гумяшика. И потом второго тоже по темному. Мои два подранка не нашли. У нас как неохота на Гомельщину, так мы по заброшкам лазим. Квест. Да. Ну, тут в полуразрушенный дом залезли. Паусей поскубали. Тут такая бутля валяется. Хорошая на вино. Целая. Последняя охота все время одинаковую так, стратегию используем. Электромонок ставим в чучела, включаем крик одинокого гуменника. И там уже дальше работаем. Ну так, тихонько. У нас в Беларуси разрешены электронные монки, можно пользоваться. Это сразу, если что. А потом белолобы маним духовыми. Монок про гусь. Вообще отлично, мне нравится. Уже, наверное, 4-й охотится. Супер, легко дуть. Учусь. Ну что, ребята, процесс идет. Поскубали. Все в пушку, как настоящие гусики. Можно даже в скрадок не залазить. Можно садиться среди профилей, как гусь будет. Сразу смалим гусей, а потом сами смалимся. Ну, а тебя реально можно посмолить. Все, друзья, оценивайте видео, подписывайтесь на канал и увидимся в угоде.